Правилам поведения на дороге нас учили еще со школьной скамьи. Сложно представить человека, которому бы никогда не говорили, что проезжую часть нужно переходить только на зеленый свет светофора, а если его рядом нет, то путь держать нужно только по пешеходному переходу зебре. Однако, к сожалению, не всегда знать значит соблюдать. Для того, чтобы немного дисциплинировать пешеходов, сотрудники госавтоинспекции проводят специальную операцию. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов госавтоинспекция в период времени с 10 по 17 февраля на территории Брестской области проводит специальную операцию «Пешеход», в которой будут задействованы не только сотрудники ГАИ, но а также вся милиция общественной безопасности. С появлением оператора и камеры вблизи одного из наиболее оживленных пешеходных переходов, а это пересечение улиц Советской и Гоголя, движение людей здесь стало более размеренным. Только изредка некоторые любители экстремальных ощущений пытались попасть на противоположную сторону, не дождавшись разрешающего сигнала светофора или переходя дорогу в неположенном месте. К сожалению, по-другому обстоят дела в тех ситуациях, когда за движением людей по проезжей части не следит ни камера, ни сотрудник ГАИ. В их числе молодой человек. Юноша не подозревал, что за его уверенным перемещением на красный уже давно наблюдал представитель госавтоинспекции. К сожалению, о последствиях такого поведения задумываются немногие. А ведь ответственность за безопасность ложится на плечи самого пешехода. Необходимо сделать так, чтобы наши люди просто перестали страдать и гибнуть в дорожных авариях. А для этого должны работать не только сотрудники госавтоинспекции, и в целом сотрудники органов внутренних дел, но и в том числе сами участники дорожного движения. Ведь элементарное соблюдение правил дорожного движения ведет, естественно, к своей личной безопасности. Беспокоиться о собственной безопасности – задача каждого из нас. И неважно, следит кто-то за тем, как соблюдаются правила дорожного движения или нет. Цена грубой человеческой халатности – здоровье, а иногда и жизнь. Поэтому, прежде чем рискнуть, важно задуматься, а стоит ли оно того.